В очередь! Становись, как все! Пулеметная лента вьется, извиваясь. В очереди мог стоять и Моисей, апостолы с сосудами, а в них вода живая. Пустите их без очереди к кассе, оформить на бесплатную раздачу, дабы светильники у девственниц не гасли, и лей добра не попусту был трачен. А кто их и триоди? Вы верующие вроде. Так пропустите же вперед евангелистов. Пускай на трассу поскорее выходят, спешат на пирс, где православных пристань. Послушайте же вы, веселые минеи, ваш разговор для многих непонятен. Несите хромоногого Енея, он в алтаре стоит на пятках ватных. Никто не должен заслонить с собой святую Библию, стоящую в хвосте. Каноны и акаписты, для вас сигнал, отбой, вы усыпили публику, стоящую у стен. Не запечатывать уста у говорящих, благовествующих о милости Господне. Дух Божий, дух ваш сделает горящим, косноязычного с глаголом многоплодным. На проповедь бесплатный дать мандат, что вы свидетели и слуги Иеговы. Приявший плуг, не оглянись назад, след борозды целинной ляжет ровно. Вы, робкие, ушедшим поревнуйте, вам поприще тянуть за горизонт. Без канонизации ваш труд прославят внуки, что вы спасали тех, кто постоянно тонут. Закрыта касса, молча расходитесь. А проповеди поревнуйте, кстати. Не пейте из колодца, где есть примесь. Любите чистое, словесное писание. Священное писание. 29 августа 2004 года.